Какой он? Правильный ташахут для намаза. Правильный ташахут – это все, относительно чего приходит сообщение в сунне. Тахияту лиллахи вассалавату ваттайбат. Ассаламу алейка, айюха наби, ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ассалихин. Ашхаду ан ла илаха илляллах, ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу. Вот это первый ташахут. Последний ташахут. К этому прибавляется Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидун маджид. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Затем человек просит, что пожелает.